Всем хай, братья и сестры по геймингу, с вами любопытный геймер и... Кто? Кто? Клэптрэп. И Клэптрэп. И мы плюнули на то задание, где надо прыгать там, как мы не умеем прыгать. И поедем туда, где не надо прыгать, так как мы не умеем прыгать. Йоу! Ты понял, что я сказал? Сказано. Я понял, что ты косишь под Кличко. Ай-яй-яй, нехорошо так. Воу-воу. Потому что не только лишь все. Кто-то же. Кто? Против Клэптрэпа пошел. Я вас всех сейчас четвертую. Так, там вот сюда попал, да? Похоже на то. Блин, как меня бесит эти штуки стрёмные. Меня тоже все тут бесит. Все? Так. C4. ВТП. Нифига, это что это такое за... Да не поворачивайся ты ко мне, дай мне посмотреть. Вот, отлично, я посмотрю. Слушай, да он круто вообще. Банда Краснопузика? Банда. Тени пузики. Какая шизофрения. Да. Чудесно. Ну открывай уже. Хитрить, колотить. Все тут работает спинка. Ну ты откроешь мне дверь-то, нет? Можете сандальнуть чем-нибудь, а? Какого хрена ему надо, а? Вы чё-то не... Каких нахрен пузиков? А, понятно. Относительно понял. Ты хоть куда стреляешь-то? Ну, хлеб по навигации сбился, встань. Или так, в неизвестность просто? О, теперь нашлись цели. Полетели. Все? А, летали, что ли? О-о-о. Неинтересно с тобой кататься. Где там пузики-то эти? Пузики подождут, тут есть ящички, вот эта тема. Воу! Блин, что такое? А, это ты все сделал? Блин, твои перки действуют и на меня. Я думал, у меня контроллер заело. Я тоже так подумал поначалу. Пушки автоматически стрелять начали, да? Да. Нет, ну я понимаю, что там у Клэпа всякие такие приколы есть, но я не думал, что они работают и на меня тоже. Блин. Дерьмище. Где эти уроды? Сзади. You me get on. Клэп вообще, еще и певец офигенный. Так, вроде пузиков поколбасили. Тени пузики, вы лузеры. На-на-на, на-на-на. Yeah!
Патрончики. Че, слабо за мной? Патрончики. Где слабо? За тобой пока да, тут ящики еще остались живые. Сейчас я их тоже грохну и с чувством выполненного долга пойду к тебе. Слушай, тут ракета стоит классная, мне понравилась, может ее взять тоже? Какая ракета? Я ее не утащу, правда. А вот стоит. Я по ней стрельнул. Да ладно, неужели в карман не поместится? Нифига не помещается. Так ты сразу. Хреновый бесполезный робот, а? Ракеты таскать не может. А как ты туда забрался вообще? Я не летаю. Там есть площадка прыжковая. Все понятно, там надо еще стрельнуть было в эту какашку. Так, ну все, так, теперь... я не помнил. Тут уже все, почикали все ящички. Конечно. Человеки. Ха-ха. И даже тут почикали, да что такое? Жизнь. Лузер. Какашка. Давай иди сюда, сейчас опять начнет стрельба начнет. Так и есть. Блин. Воу, они вылазят, эти тенепузики, откуда попало. Опа-на, у меня там ссор, видал? Ты-ты-ты-ты. Чё, бастарды? Проклятые. Это вонючки. Опа! Ой, я ему письку отстрелил, походу. Воу-воу-воу-воу-воу, проще, проще. Проще будь. Тогда всех порубает, так что цих. Камера пенты. Опа! Воу, это крутой какой-то. У меня патроны кончились. Сейчас мы с него броню снимем. Опс. Опс. Блин. Клэп, давай, музончик. Зажигаем. Ядрить, колотить, а. Свалился. Сжигаем. У тебя там еще не убивают? Да, это я его убиваю. Нас тут двое. Тут один клэп уже проблема. Упс, теперь я валю. У меня кончились патроны. Ау. Воу, ты шо нахал? Блин, такое ощущение, что снайпер... Ой, я ему в жбан, по-моему, зарядил. Есть. Зарезали. Пистолетик. Патронов нету практически, вот это печалька, конечно. Упс. Так, ну что тут можно собрать? Кислород. Ящички, ящички. О, лунный ящички. Камень. О, да. Ты там, кстати, их собираешь? Кого? Лунные камни. Да, собираю. Ну, они периодически попадают. Ядрить! Одного забрал. Минус, минус. Откуда вы вылазили опять, а? Изнутри, из этой, из базы. Где они еще остались? Что-то вижу, что ты по кому-то стреляешь, но не вижу по кому. А, вот он. Все, забрал его. Так, а нам еще выше, да? А, нет, все, нам надо возвращаться. Ух! Еще камень. Выше залез.
Так. Ты куда вообще собрался? На самую верхотуру. Ты там патроны жаловался, я их все собрал. Окей. О, да. Я тоже не. Все, поползли вниз. Тут уже все, больше ничего нет. Да, нам нужно возвращаться к этому дурачку. Это что такое? Personal. Это та самая шнега. Неубиваемая. Почему неубиваемая? Ну, в смысле, она долго слишком дохнет. Ледяной шугурат. А у меня очень хорошо дохнет. Ну, огненный. Потому что я по ним, по ее глазам пулял. Нет, так. Потому что патроны огненные. А-а-а. Огненные, надо... Блин, где наш транспорт великолепный? Ту-ту-ту, музочек! Закачайся! Ей! Тан-т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 ан. Все, я фанат его музыки. Все, поехали, музон закончился. Воу! Воу! Так. Who is this? Кто на меня? Пойду я поговорю со своим братаном отмороженным. Давай, давай. Привет, чувак. Вот, мы все сделали, давай нам. Что-нибудь. Дай мне тут эти четыре трубки, они прикольные. Ну дай, ну дай, ну дай, ну дай, ну дай, ну дай, ну дай. Что ты дал? Ни хреняшеньки не дал. Ну дай, ну дай, ну дай, ну дай, ну дай. The thing is I was fiddling with the controls and got something stuck in them, so the door's not working right now. But you can still get through the side door. Just give them the password. R. I shall wait here. Я прокачал нечеткую логику. Mysterious, desperate to be loved. Чудесно, блин. Так, мне действительно надо тоже что-нибудь прокачать. Your brown brain. Оп. Оп. Че тут последнее-то идет? Окей, пусть будет так. Ну что ж, пойдем к тайному входу. Раз другого выхода нет. Упс. Тихо-тихо, сейчас я ему переходу его. Безбашенный чувачок. Очень не знаю, на кого он нарвался. Что это за шугураты такие непонятные? Это местная фауна, которую эта эко-дурочка хочет сохранить. Ой, а ты в курсе, что у нас... Ага, все норм. Машина автопилот, на автопилоте чинится. Спрашивается, what the fuck? Упс, я там мясо в воздухе оставил одно. Воу, меня тут кусают, типа. Тебя еще кусают? Нет. Отморозил ей все, что мог. И не мог тоже. Да, отойди ты. Чё ты лечишь-ка? Как мне бесит в этой игре вот эта тема, когда денежку нельзя подобрать. Что-то на пол падает и нельзя подобрать. Вот это вымораживает. Дурацкие птицы. О, патроны. Патроны, это хорошо, патроны. Да, удачненько я поставил. Стреляет прямо. О! Получи!
гранату. Где он тут? Вау. Типа, нам орут, типа, я здесь. Это типа ловушка. Клэп мода слабенько работает по переводу. Воу-воу-воу, изи, братун, ты чё такой дерзкий, как понос резкий, на-ка. Ай-яй-яй-яй. Да что ты, что такое, а? Отхватяй, получай. Нефиг на клэпа нарываться. Блин, последние как раз патроны его. Эх, как его разорвало-то, а. Ну. О, смотри, тут еще мелкие клоуны. Да, я вижу, вижу. Пригвоздил четко его. Так, там еще одна клоунада стреляет сверху. Так, это что такое? Это щит какой-то. Жбанчик получи. Еще раз жбанчик получи. Бьешь его? Есть. Жарабасный какой-то чувак ты был. Да-да-да, мощный. Я ему как хэндшот прописал, и куда-то, короче, попал, у него щиты все сбросились, а потом что-то вообще тяжко пошло. Воу! А, мазончик. Мазончик тащит. Так, где остальные ублюдки-то? Я так понимаю, мы притворились бандитами, чтобы убить бандитов. По-моему, тактика вполне нормальная. Он еще танцор диска офигенный, оказывается. А то. Что значит оказывается? Это с первой части было понятно. Угу. Что он танцует диско лучше всех на районе. Факт. Сложно с этим спорить. Так. Все. Клэп закупился по максимуму. Максимум компазич. Я не помню, с какой-то игры, но это прикольно звучало. Так, а что можно поставить такое? Что-то мне не очень нравится. Дыхательную маску. О, вот можно. Вот это прикольнее. Покашляй мне тут еще. Попробуем все-таки вот эту. А паркла бы не маркла, чего? Че это было? У меня в загрузке тишина такая, и клэп такой. Так, что тут есть? Шарь по углам давай. Ты мастер там шарить везде. Я уже все эти пооткрывал. Набрал то, что и так уже было. Воу. Так, о, тут опять живность будет. Живность? Воу, тут уже рядом. Живность. Блин, пистолет вообще четкий. Патроны, правда, кончаются быстро. Ох! Это что было вообще? Это было убожество. Не, ну у него еще жизни остались, он как-то замерз и резко распался на. Но тут вообще они на самом деле с этими, со стихиями очень много экспериментировали в игре-то. То есть они добавили здесь вот это вот. Пресиквел, это же по сути. А что такое? Это пукнуло рядом. Ой, меня отморозило. Пукнул рядом этот. Да. Грибочек. По-моему, меня тоже немножко подморозило. Воу-воу-воу. Вот опять жахнет. Да. Хрена себе. Воу.
Что он творит, интересно? Okay, this chick's a nutbag. You gotta hurry. We gotta get to Helios and take back control of the eye. But we can't do that until you find out where in Crisis Scar that signal originates and shut her down. Что-то подозрительно, что пипела нету. Так. Вру, есть. А нет, вон горшок один есть. О, чувак. Нам вот туда вот надо там сходить. Там восклицательный знак, да, я вижу. Ой, там грибочки, что-то не... Вот так я, пожалуй, сделаю. Горшок. Давай, ты с ним пообщайся, а я его хату почищу. Ищи, прось найти пропавшего друга. Тут один воздух, бро, больше ничего нету. А, вот еще что-то есть. Ты там следи за ним, я его сейф уже вскрыл. Это нормально. Все, тут больше делать нечего, можно его грохнуть и тоже уже раздеть. Блин, как я терпеть не могу, такой акцент техасский. Почему мне дают опыт, когда ты стреляешь в мужика? А! Понял. Просто мне казалось, ты стреляешь в него, и мне так дают опыт за каждый выстрел. Думаю, ни хрена себе прикол. Мать, я промазал. Отлично попал. Так, окей. А, найти веселушку. Ну, пойдем веселушку найдем. Это, кстати, рядышком совсем. О, это какая-то зверюга здоровая. А это что такое? Лунный камень. Прикольно. Ездился. Не понял. А, вот она. Ё! Ё-моё! Да что в вас? Меня заморозили, ноу! О, какую-то мне штуку дали, какую-то интересную. Бабляшки, еще одну. Щиты какие-то повыпадывали. Так, а вот это что? Интересно. Вооружение. Так, ты где там? A giant empty billabong with bright purple light shooting out of it. And I heard that death of an ancient people ringing out from the depths of it. I can't buy it. And I sang as I watched as my billy boiled. Then up leapt a jumbuck. I grabbed him with glee and I shoved him in me tucker bag. But then I returned from the distant land and I went and I lost it camped not far from here. Blasted Kragans attack me. Go find it, Peapot. Then you'll know I speak the truth. Check your echo. I'm plumb tuckered out. Reckon I might die now. Not so jolly now, is he? Sounds like you got moonstruck, poor bugger. He didn't know what he was saying, just wandering around for days, losing his mind. I never heard of an empty billabong, and I definitely never heard of no jumbuck. Он задолбал уже бурчать себе под нос. Найти котомку. Какую котомку? Не надо никаких котомок. Далеко ли это? Нет, недалеко. Можно сказать, что рядышком. Валим. Там ему зончик попоешь. Нет, не хочу в лаву. Ты хочешь в лаву? Нет, не хочу в лаву. Like
закончился Амазон. Нет. Какой тебе музон? Сейчас будет драка. Не хочу драку, хочу музон. А я хочу драку. И она таки будет. Вау. Ну мы теперь пузику. Прям жбан попал. Второму попал. И третьему попал. И четвертому попал. Повезло. Последнему повезло. Так, что смотри, там какие-то чуваки это тусуются. Они танцуют, чувак. Я на дискач, все. Не мешай, не мешай. Я тоже потанцевать хочу с ними. О! Вот это минус. У них там пушки. Я потихонечку пуляю по ним. Воу-воу-воу. Пушки вредные. А дискотеку не пускаю. Это фейс-контроль. Специально, чтобы таких уродов, как ты, не допускать до веселья. Я им дам веселье. Ну да, ну да. Постреляй, меня тут еще постреляй. Есть. Все, пошел, посмотрю. Фак! Натика. Получить. Ай! Какое хатика? О! Да ты че, с ума сошел, что ли? Да ну вот. Не укрытие, ничего, сразу по шее получил так. Правда, ты живой? Я гранатами. Да. Я и гранатами всех распихал. Идем вниз. Распихал, и потом умер. Они взорвались и все. Нам вниз надо. Пойдем. Вообще. Что это было вообще? Так. А мы не зайдем, то не почистим ничего. Там столько всего. А вот и котомка. Блин. Давай, помогай мне. Я думаю, тебе понравится. Опять. Сзади, сзади, сзади. Нет, ну я к этому уже готов, поэтому это неплохо. Патронов нема. Ей, попал по одному. Ау. Перезаряжаюсь. Грохнул одного. Блин. Убил. Маленьких я бахаю по мере возможности. Все вроде. Да, как ни странно. Снайперка. О, прикольно. Поглядись. Послабее мои будут, но тоже неплохо. О, что-то их было много, да? Да, много было. Я сверху там запарился отстреливать. Так, слушай, а как мы вернемся назад? Сейчас разберемся. А что-то не круто. Так, а вот зато я туда могу пролезть. Да-да-да, вот по вот этим штукам. Там я вон вижу ящичек какой-то, стул какой-то. Там явно кто-то сидел, рыбачил, походу. В лаве. Нормально, да, рыбаки? Тихо-тихо-тихо. Что тут у нас? О, да. Че там? Ничего хорошего, но... Но, о, да. Черт. А как же нам...
А, вот там вот можно. Блин, у меня кислород кончается, вот что плохо. Упс. Блин! На это черный нельзя было наступать. Да. Ну ладно. Ладно, респанулись. Ты тоже туда же попал, ну, да? Ну конечно, блин, я же думал, что она не это. Нормально. Ну вообще это было логично, да? Ну, засохшее все, там все нормально вроде как. Ладно, было. Слушай, а давай, нам пора серию за это завершать. Так что до следующего раза отложим штурм этой крепости и пока не будем отдавать котомку. Котомку. А давай мы откроем котомку. А? Может там что-то интересное? Да там мышь заплесневелая, повесилась. Три снайперки там. Ага, три снайперки. Ну ладно, все. Друзья. Не забывайте ставить лайки, дизлайки, комментировать видео и подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем пока. Давайте, покедова.